уже практически больше 85% работ выполнено. В основном эти работы были выполнены за этот год в связи с погодными условиями, которые облегчили работу. И на сегодняшний момент уже покрыта область, которая подлежала закрытию со стороны и Черноморского казачества, и со стороны Головатого. Само покрытие планируем до 1 мая завершить все. Я не говорю то, что основное, я говорю то, что и с подъездами. Открытие трамвая не готов сейчас сказать, так как департамент трамвайно-троллейбусный помогает в этом вопросе и ускоряет свои работы. По линиям контактной сети.